Привет, ребятушки! Вижу, вам нравятся разговорные видео, поэтому постараюсь сделать их почаще. Только остается вопрос, что именно вы хотите, чтобы я обсуждала? Поскольку на канале недоступна вкладка «Сообщество», наше общение немножко затруднено. В сообществе я могла бы создавать опросы, в которых вы бы голосовали за тематику следующего видео. Но, думаю, сейчас можно воспользоваться простыми комментариями. Пишите под видео свои пожелания о темах или же задавайте вопросы. Возможно, вы хотели бы что-нибудь узнать обо мне или моем творчестве. Итак, главную мысль я вам донесла, так что можно переходить к арту. Я обожаю Инстаграм за возможность познакомиться с работами художников, фотографов и иных творческих представителей. Так, в ленте Инстаграма я случайно заметила фотографию девушки с батонами хлеба в руках. Я, конечно же, умудрилась по своей привычке удалить все референсы, но если вновь их найду, то прикреплю. Почему-то, увидев фото, мне вместо батонов хлеба представились бомбы. Изначально в руках девушки должно было быть несколько снарядов, но мне показалось, что в действительности держать их было бы неудобно, поэтому оставила лишь один объект. Помимо этого фото, я искала еще референсы того, как матери держат детей. Просидев несколько часов в поисках необходимого, я так и не была удовлетворена найденным, так что решила оставить оригинальную позу. Единственной моей радостью, извлеченной из поиска, была картина с потрясающей атмосферой и фоном, которую я взяла для своей работы. Вот так и родился мой арт из слияния двух источников и общей затеи. В конечном виде я не удовлетворена 100% своей работой. Точнее, из всего рисунка мне не нравится лицо. Как бы я ни старалась подправить его, приблизиться к некому идеалу мне не удалось. Чуть не забыла сказать, когда я рассматривала референсы бомб, то вспомнила о клипе Little Big, откуда и была взята основа для моей бомбы. В итоге получается даже три исходника. Это фотография из Инстаграма, картина и клип Little Big. Вот такое интересное слияние. Думаю, я рассказала все самое интересное об этой работе и о своих неких заковырках процесса. Поэтому спасибо, что уделил мне внимание. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пока!